Вместе весело шагать. Под таким названием на базе штаба общественной поддержки Орловской области прошло мероприятие для многодетных семей. Ребята окунулись в атмосферу спектакля театра кукол, а после узнали нечто интересное об этой сфере искусства. Главное в этой встрече будет то, что мы, актеры, расскажем о системах кукол, об истории создания театра. Ну и постараемся нашим малышам показать, как работает каждая система кукол. Встреча состоялась в рамках года семьи, учрежденного президентом Российской Федерации. Подобные мероприятия сотрудники театра организуют еженедельно по субботам. Это уже третье по счету.